Мастер года 2020. Всероссийский конкурс в этом году стал уже 12-м по счету. Поварское дело, кирпичная кладка, дизайн. Профессионалы разных областей соревнуются между собой. Но на этот раз к списку компетенций добавилось направление ремонт и обслуживание легковых автомобилей. О том, как проходит региональный этап конкурса этого направления, Юлия Важенина. А ты знаешь, как пылесос устроен? Знаю. В эту половину будет всасываться пыль, а вот в этой половинке мы поместим электромотор с вентилятором. Эти профессионалы ни в чем не уступают мультипликационным мастерам Винтику и Шпунтику. Они знают, как устроен мотор, могут проверить тормозную систему и по звуку определить неисправность двигателя. Они профессионалы своего дела и каждый преподаватель СУЗов республики. Но в этом конкурсе они не эксперты, а участники. Ну, в данном конкурсе у нас принимают участие или мастера профессионального образования, или преподаватели, имеющие стаж больше 3 лет. Соответственно, здесь представляют у нас 8 техникумов, которые готовят по направлениям, связанным с ремонтом автомобилей. Для того, чтобы, во-первых, проверить себя, посмотреть, как говорится, понять, к чему стремиться дальше. Потому что для того, чтобы, как говорится, заинтересовать студента, необходимо идти в ногу со временем. Ремонт двигателя, поиск и устранение неисправностей в коробке передач, проверка электрики и диагностика тормозов с подвеской. Всего участники должны выполнить 4 модуля. На каждый дается по 1 часу. Участие в конкурсе очень нравится, все захватывающе, так как чувствую себя как студентом, как сам будто сдаю экзамен. Лично для меня это как бы опыт, новые знакомства. Владимир Васильев досрочно справился с заданием. В таком конкурсе педагог участвует впервые. 3 недели в перерывах между занятиями приходил в мастерскую готовиться по несколько часов в день. Кстати, в числе экспертов конкурса ученик Владимира Васильева. Именно он оценивает работу своего наставника. Я его подготавливал практически, а теперь вот поменялись ролями, он меня проверяет, и я тут неожиданно, но я думаю, это полезно, это правильно, мы тоже, чтобы чистыми теоретиками не были, руками надо что-то уметь делать самому, отучить мы учим, а показать тоже надо уметь. Прошел 2-й день соревнований. Вчера мастера состязались в знании теории, сегодня в практике. В итоге лучший из лучших будет представлять Чувашию в конкурсе среди регионов ПФО. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика.